Привет. Да, давно не было блоков. Ну, я сейчас бы я буду. Я вчера не снялась за субботу. Ну, пятницу, ну, кусочек маленький, наверное. Не помню. И сейчас буду за воскресенье. Типа, это вот 2 месяца, типа, вот как вот так вот, потому что ну, мне не хватало времени снять вам блог. Типа, я буду собирать. Ну, что не выложу. Или завтра. Не знаю, без меня времени будет. Типа. Вам сказать, распилаю свои косички, вроде как. Короче. Нечего делать, потому что, ну, кого я ладно, я подключу, если хочу лежать, лежать, и лежать, пока мы симпоки. Так, продолжаем. Так, все, нормально, продолжаем дальше мой влог. Видите, нет интернета, капец. Я уже буду красить, я не знала вообще, что я буду делать. Не нужно буду бурсовать. Что потянулся? Будет ничего делать. Теперь. Ася красит 700 миллионов лет. Показывал, как я крашу. Нурил, это самый легкий. Типа макияж в мире. Нурил, это на округ. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. И все. Ну, гель, какая странка мне это вообще. Это ему самый любимый. Я просто так его делаю, но... Когда я никуда не еду, никуда не, ну, типа, выхожу, просто, ну, что-то идёт, такой, ну, вот, мелький макияж. Всё. Я, наверное, не буду указывать. Короче, пока мы все ещё включать, потом решу, что делать. Ну, Лен, пошли посмотрим, как наша трава выросла. Всем привет ещё раз. Это же самый день, просто мы, типа, на улице. Ну, пошли, Лена. Посмотрим, как наша трава выросла. Вау. Да ничего там не видно, но ты, блин, писька. Покажи мой лук. Писюн. Вот. Большой такой, большой. Ты можешь погулять на улице просто? Типа просто, потому что это самые нормальные, как пришли. Траву посмотрим, Лен. Ну нашу траву. Ну что ты ко мне пристал? Пошли траву посмотреть. Типа рил, типа рутон. Где наша трава? Это которую мы сами сами. У меня в руках. Жулька. Наушники, очки и все. Посадила обратно. Вот Лена, этим. А это черти тут не было. Вот, смотри. Вот это. Хоп. Лен, смотри. Вот этой черты тут не было. И вот этой. Это она сделала. Вот это, дурочка. Не знаю. Короче, сейчас вам будем все новости рассказывать. Свали ты! Кто? Короче, сейчас мы будем новости показывать, потому что очень хотя бы на 15-20 минут. Потому что сейчас дождь опять будет. О, да, мои люди, да. Уже дождь начался, ну вот сколько мы, 15 минут доехать туда и все. Артём, Артём заглохни, короче. Какие вам новости рассказать? Я подошла. Мальчик, том, который... Ну, которая мы не дома под крышу просто взяла, а что? А ступеньки. Какая разница, кому какая разница. Короче, ладно. Вообще это не беда. Вам сказать, я хочу вообще-то показать вам мой полноценный лук сегодня. Я не знаю, показываю или не показываю. Я же его не показывала. Ну, если что, я могу сфоткаться просто и типа показать. Пошла фоткаться. Всем привет, еще раз.
Просто меня видно будет. Сейчас, подождите 5 минут. Все, это будет. 5 минут. Ну, можно 3. Ладно, будьте мягче сегодня. Так. Я хочу показать всю свою косметику и все подробнее. Прям сверху подробнее. Что мне нравится, что я хочу так выкинуть, что мне уже вообще не нравится, что я закончу. И типа что у меня все есть. Все подробно. У меня еще память хватит. Вот тебе не память, а процент. Во. Зачем, наверное, с база? Я использую крема. Базу я купила. У нее нету, потому что ее типа давать. Как-то типа того. Ну нет, короче. Знаешь, я не покупала все. Я не покупала все. Нет, нет. Вот я использую два крема. Люблю, обожаю эти ручки. Просто какие-то они классные. Каждый раз, каждый день. Просто даже волшебные ручки. Для рук, для лица он по-моему подходит. А на после вскрытия баночки, крышечки, 6 месяцев. Это 6 месяцев. Так что еще классно. Мне даже собрать всю коллекцию, у меня всего лишь 3. Но я использую 2, а 3 я подарила сестре. Ну, короче, так, дальше база идет. Спонжика, как обычно, мне нравится, я не собираюсь как его отстирать, только надо его очень порвался и все. Дальше. А дальше идет тональник. Тональник у меня от коллаген. Я рассказывала 500 тысяч раз, мне он классный. Вот такой, сколько пользуюсь. Я не знаю, сколько пробовал. Скажу вам, сколько будет месяцев после вскрытия. Я не знаю, но мне очень нравится. Так сказать, мой второй, я не знаю, какой у меня тональник, третий, наверное. Который лично я сама купила. Только по связи. Беда, я ничего не снимаю, не купила. Не могу это слушать, она работает, все постоянно видит. Просто мне интересно было. По цвету 13 тон. И сейчас пальчиком растушу, он хорошо растушуется. Я, наверное, уже по месту поставлю. Идеальный. Все. Хотя бы видеть так близко. Но мне кажется, это тоже нормально. Сейчас я взял все. Все причёс. Или так. А дальше. Помню, сказала мне. Сейчас это будет. Вот, видите, как я маленькую наделаю. И показываю еще раз. Насыплю. Я пальчиком пока не сразу тушу, а так я постоянно с пончиком. Ну, а мы, конечно, пальчиком никогда не любим не тушевать. И все. Типа, мне нравится, когда. Типа, вот так. Дальше идет, что принтер мы, да? Или закрепить на... И так делаю. А давайте еще кисточку покажу. Надо все пудрить, все остальное, и потом. А я как у самого чувствую человека, и ватные палочки. Ватные кисточки. Сейчас все кисточки, у меня половины нет, такой половины нет. Я отдала. Не, ну не надо, это базовые мои кисточки. Тут у меня каждый день будет. Просто топ, знаете? Как делаю, так и не отдаю. Просто самое лучшее. Вы их нигде ничего не найдете. Ой, ладно, я так. Вру, на подождите, я еще кисточку еще одну. Не знаю, где. Сейчас я найду все мои. Только у меня. Сейчас я посчитаю, или как это можно. Ну, то, да. Ну, и все. А это кисточка. Вот эта кисточка для красок. Использую я ее как... А как раз тушок у лица. Вот такая классная, у меня есть такая кисточка для тебя. Вот такая. Да, или вот такая. Она не сильно растушевала, но вроде себе она вроде классная. Не ей фоль, каждый день. Ну, как сказать, она не... Прямо не ей. Так, просто сверху растушевать могу. Понял? Ну да, просто. Как тушок, просто такой и не там не найти. Просто мне это показывает. А на варенье вот такое. Ну,
вот такие лишние дальше. Вроде как для стрелок. Для бровей. Очень любимая моя постоянно. Просто хожу, так вот взяла, посчитала. В руки так хорошо. Так, короче, продолжаем, что-то прервалось. Я же говорю, у меня память закончилась. Ну, теперь вообще память закончилась почти своим. Дальше. Для контрика. Самая лучшая функция. Как это я использую? Вот, смотрите. В общем, мы с вами делаем постепенно макияж. Ну так, подделаю свою. Так, палетку я пока хочу показать. Набираем контрик. Классная клеточка, вот даже перед вами. Дальше она струшила, она срусила. Разные картинки. Я же говорила, у меня в разрежу телефон. Сейчас быстро. Повернусь так. Так, давайте. Вдруг такая для румян, чтобы мы такая начать скошенная тоже. Дальше, палетка. А, нет, консилер такой, консилер популярный, классный топ, мне нравится, мне такой еще покажу потом, такой блеск, классный топ. Второй этот консилер, это первый, я не знаю, откуда, но у меня, есть у меня, я использую редко, блеск я не люблю, конечно. Это пампер я люблю, а вот блески какие-то не для меня, подруги. Так, тут, водка, обожаю бои. Ну как сказать, мне нравится, я использую, ничего не хочу выкинуть их из книжки, мне все нравится, я думаю выкинуть что-то, но нет. Карандаш для вы я использую как скульптор, нравится мне так, нет фирмы, нету фирмы, очень не видно, конечно, ее. Вот видео, карандаш, самый обычный карандаш для вы, можете развивать. Вот такая тушь любимая. Тушь мне очень хорошо подкручивает. Мне просто нравится с вами сидеть. Я помню прям полпом, где я буду следующий. Такой пламбер. Это консилера баночка. Тоже классный консилер был. И вот мой любимый карандаш для губ. А, что... 412 этим. Пудрочка какая. А вот эта палетка. Это палетка. А тут все тени. Мои румяна. И скульптор. И бронзер. И... Это палетка слова. Где-то 8 или сколько в одном, не помню, короче, там написано было, даже вот есть хайлайт. Лайтрин нашу, пальчик. Спасибо, если вы просмотрите. Всем привет. Мою утро, да, так сказать, утечка. А тут что-то... Утечка у нас... Просто. Захотелось мне спуц. Сегодня выходной, последний, так сказать. Отдохну, ну как с последним. Нормально. Сейчас 9:47. Минуточку. Меня убили. Эти игра полчаса. Так, так сказать, типа. Я еще не бывал. Ничего еще не сделал, потому что я хочу. Тут стреляют. Тут одно место и не могу садить, потому что не лень. Возможно, не на карте. Сейчас я вечером буду монтировать видео все-таки. А, типа по поводу. Отошел. Это видео хорошо, и еще за 2 дня, которых я не видел. Вот за 3 дня, короче, потому что, ну как сказать, так мало. Сегодня хочу было больше снять.
сделать топовое видео. Я сейчас гель для умывания. Просто гель, зубы и пачерницы. Обычный пресс. Хотите посмотреть, какие зубы чините? Надо потом когда-нибудь сниму все это. Так, еще раз всем хайлайт. Я же все сделала, все, я же позавтракал. Ну, слушай, ну, это я и сделала. Даже почистила, умылась, почистила свои клыки. Не убралась и не накрасилась. Это самое главное, что я должна сделать. Завтра помни, где-то начинается уроки. Бай-бай. Суба, давай. Давай будем кровать все селять. Страну не спалу. Знаю, спала. Ку-ку. Всем лаусик кидаю. Так, еще раз, закрывать. И ну, теперь вообще ничего не снимешь, потому что что-то у меня какой-то зубой будет. И по полочке мне все сейчас кончим. Что с Энтиком? Энтик, так, короче, как происходит мой эффект на сегодня? Переедем вот это то самое ужасное. Сейчас я переделала, какие-то вещи сам покажу. Обзорные чуть-чуть, но у меня лучше есть. Смотрите все мои видосы. Сейчас. И все. У меня такой же хвостик. Ну, короче, так. Я за... поближе макияж мой. У меня тоже чуть-чуть коричневых черных теней. Это белая подложка, типа тут блесточки. Внутри глазика, типа, то, что я сам. Румяшки, румяшки. Наверное, просто везде румяшки. Если вы сняли тенями, красный. Там красный теняй попробуй. Вообще красный цвет, это мы вообще не любим. Просто видите, как? Прилично. Твои мяшки используй как красный. Теперь он... Какой некрасивый.
Просто перейти, ну, типа, просто поправлю. Мать, как я сегодня. Я даже не думала, что мне просто так макияж, я просто решила тушь, накрасить румян, все. И тут началось, и тут, и тут, и вот тут, и вот тут, и вот сюда так. Никакого бронзера, ничего не хотела, просто румяна. Но сложилось так, что аж прям максимум. Теперь вот так вот, ну либо, типа. Я не знаю, конечно, что вам сказать. Походка вот такая солнечная. Это что-то открыто. Короче, ну лучше не пойдем, я не знаю. Вот лимпыну. Тут еще можно, знаете, такую бежевую подушку подложим. Белый тень. Рил, третьего белого тела, мячика, третьего белого тела, вон, третьего штучку, такие белые тени, два, оттенка, такой бежевый, такой белый. Вытягиваем вперед, учу вас, если хотите делать такой макияж, как я, вытягиваем вперед. Мне очень нравится. Ну, типа нормально, типа. Снежки еще блеск, чем добавили. Какая роза выходит. Такая тушь у меня. Я вчера делала обзор на нее. Ой, на стек, на косметику сделала обзор. Выйдет мои, я не помню, если честно. Я тут открою, покажу, какая будет кисточка. Хочу нахуй поставить все, хочу стоять, перевернуть вот такой девятый с океатом. Мы посмотрим, как она будет лучше красить. Просто сейчас у меня ну такой, понимаете? Хочу такой крутить. Если такой попробую. Набрала денег. Что, телефон надо сделать? Нет. Длительная новость. Немножко прилично. Ну не получается потом. Скажу, с кисточкой наберу. Я использую два оттенка. Коричневый и... розовый. Не знаю, тут смотрите, что тут есть на палетке. Вот видите, что на ней написано, на этой палетке, вот этой моей. Сейчас на ней сделаю обзор, короче, по полной. Перевернула камеру. Тут у меня это я случайно испачкала таким цветом, короче, из этих двух я уже не помню. Все вытеру пальчиком. Классные такие цветочки. Ну, короче, я вообще редко. Вообще абсолютно вообще не пользуюсь. Или вот такая база у нас. Вторая вот такая. Бежевая, она побежевая. Как школа. Тут был такой оттенок сейчас. Это не мой любимый. Глянц. Или это вот такой, знаете. Камера не хочет фокусироваться. Такой даже оттенок, это мой для скульптора любимый. Вот такими блесточками сейчас вот. Еще такими блесточками. Да, и внутри лазера носила. Это тоже типа внутри лазера носила немножко.
такой красненький. Такой я показывала, да? Я показывала. А, ну конечно, я его показала. Почему я вам заранее его показала, я не знаю. Типа вот такой есть. Красненький тоже любят. Такой есть фиолетовый вообще. Не пользуюсь ним вообще. Такой бешеный, мне нравится тоже очень. Это мой самый любимчик, как видите. Которым я пользуюсь. Это два перемешивают. Это мои румёшки любимые. Я вместе с ними так перемешиваю. На кисточку. И получается идеально. Сейчас не будет, потому что у меня палец разрезан. Еще такие надо брать. Это просто, не знаю, это бомбило бы. И вот такие сейчас. Ну, блин, не. Ну, короче. Помилки. Сейчас тут пытаюсь отмыть. Короче, дело к ночи. Такая пудра. Ну, короче, вы все поняли. Так, короче. Дело к ночи. Блин, подвинься. Угу. Сейчас я буду есть. Ну, давай, пока. Всем пока. Да, привет. Ах, это Артём, блин. Ах, Артём, ты Артём. Ну ладно. Всё. Так, сейчас, подождите. Герточка! Герт! Попите как мурашки. Сейчас поглажу. А мне? Собачка по-хорошему. Майка моя. Маленькая. Какой хаюсенький. Гладь я тебя, гладь его. Сожрут меня. Ну, деточка, мама. Я уже Мартин. Артём. Короче. Сейчас покажу мой лук на сегодня. Вот это так я вышла, которая у меня была. О, Фина, пошли, я тебя снимаю. Деда, деда. А я успела. Я аж подавилась. Короче, видели мой образ? Ты не мальчик. Что еще вам сказать? Ну да, пошла. Нет. Короче, ты обосрался? Вот, пошутил. Ну ты какой я могу тебе кажется? Ха! Белый. Так просто. Это я накрасила, как его зовут? Корректором. Давай попробуем. Не, давай сразу две уйдем. Давай, потом ты.
ты попробуешь, может быть. Что ты стоишь? А мы сейчас упадем. Нет, мы не упадем. Ну, всё, давай попробуем. Давай попробуем. Я не сильно буду бегать. Я аккуратненько попробую. Я ж боюсь все равно. Наклоняйся. Сейчас, смотри. Я тебя вижу. Смотри, что можно. Я так скажу. Ну я смотрю. Ты такой смехля. Да хватит. Я же еще не села даже. Ну наклонись, ты же не сгорбился. Я не спешу. Давай я лучше. Кого? Туда. Ну ты так садишься, ну, нагнись еще сильнее. Вот так вот. Раз. Да. И ты. Ну супер, супер. Насчет раз, два. Подожди. А нам побегут мурашки. Давай. Давай я. Давай покажем. Давай я на тебе. Ну, я не сильно. Ой, ты! Я не могу. Давай. Все, давай тоже не могу. Давай. Ну, давай один раз. И все. Нет, ну то все. Уже последний. Нет, ну последний раз. Да это не то. Чуть еще нагнись. Ты еще. Я по максимуму. Еще чуть-чуть, Десар. Еще чуть-чуть. Видно нас? Нам, нам! Вот на компьютере. Где дочка? Да. Давай. Давай по-нормальному, не бей меня. Это жвачка на ногте. Нет, это не жвачка, это корректор. Заслушай. Я хочу так все сделать, типа белые ногти, Все, все, все. Мальчик. Я не ты. Я супер-супер какашки. Это хватит. Такую, но она прикольная. Есть такая конфетка. Всем привет. Еще раз. Сейчас вот. Вам так нормально будет, скажите? Нормально, да? Всем привет. Ой, короче, я встала только что. Сегодня 2 мая. Сейчас я влог буду монтировать. Мне кажется, откусочек. Ставлю туда, короче, помню. Я сегодня хочу умыться вместе с вами, показать мой утренний уход. Потому что у меня уроки сейчас будут, а я еще не умывалась, ничего не делаю. Так что начинаем. Начинаем. А сейчас мы просто расчесываем волосы. Сейчас. Так что я все быстро делать буду и немного. Еще купать не застелить, так что секунду вообще здесь. Потом мы меняем голову вниз сейчас.
берем такую резиночку. Пожалуйста, пойдем точку. Так, вот это делаем вот. Нет, сегодня я просто сделаю, как обычно, тебе хвостик. Без гольки. А сейчас тут эти девочки. Видно меня вообще? Что я там делаю с пирочку? Не видно. Я наверху хвостик сниму. Хоп, одна. Это хоп. Это хоп сюда. Так, вот так вниз вода. Так что мы переделываем. Так, снимаем все. Нормально. У нас все нормально. Такими движениями делаем хвостик. Ты понял, так понял. Сейчас я пущу его. Больно, короче. Сделали хвостик мы, и теперь его просто расчешем. Так сказать, так. Все, готово. Готово в общем 5 минут. И сейчас не получится. Да, не получится, короче. Я еще сверху вот эта резинка. Сейчас так, смотрите, что делать. Вот это вот так вот. Хоп. Тыщ-тыдыщ, хоп-хоп, хоп-хоп, тыщ-тыдыщ, ух-ух, ау-ау. И завязываем вот такой резинок. Ладно, мы все переделали, конечно. Ну, с вами умыться не нормально. Так, что, начинаем. Сейчас я возьму, что сказал. Так, прибабахи. Так, что, начнем. Первым делом я всегда умываю. То есть, я всегда сейчас. Но сегодня хочу пойти. Нет. Начнем умывалки сегодня тоже. Такая умывалка. Комплимент мне очень нравится, всем советую. Еще она закрыта. Кто-то ее закрыл. Нет, я еще ничего не закрыл. Набираю себе количество на руку. На руку. И вот смотрите, что она делает. Ну, точно не пробовала умывалки такие. И таким движением умываемся. Я, наверное, на глаза никогда не делаю, но когда умываюсь, и оно пылится вместе с глазами, короче. Я уже это пробовала. Смотрите, я на глаза нанесла. И кисаю на лицо, так вот убираю его, так сказать.
Ну, будет обязательно, потому что мы всегда грязные. И снимаем водичкой. Теплой, но у меня же холодная, я считаю, снижаю свои лица. Ну, типа, делаю. Руки отмываю, чтобы оно не пришло ко мне. Так потихоньку смываем. В сторону, а потом со стороны вниз, короче. Как-то. И лобик. Все. Стираемся полотенчиком. Чего вам советую? Сейчас. Девочки. Советую вам брать полотенчики не такие кухонные, не ванненькие, а... Блин, капец, какой... Я тут с вами засиливаюсь. 52 минуты, 8 минут осталось. Так, короче, беру, сейчас зубы чистим. Потом беру вот эту мицеллярку, вытираю лицо. И жду, пока мы все, ну, типа, это мы как, типа, тоник. Считаю, ну, все тут, типа, тоник написан. Мицеллярка, типа. И жду, пока мы сам делаю свои делишки. Слышишь, еще правда, да, свет не хватает? Сейчас я же делаю. Я думала, свет есть тут. А света-то нету. Нету прыщики мои. Они просто связать, смотрите, какой он грязненький. И так мы умылись еще, в принципе. А ты себя вечер пошла бы. Пошла бы. Красным личиком и обязательно шейка. Вот это самое главное. Я сюда это наверное, как вы видели, делаю. И за ушко. Чтобы все было чистенько. Бактериально. Берем дальше зубную пасту. Щеточку. И зубную пасту. Наносим зубную пасту на щетку. Как обычно люди делают, зубы чистим. Сейчас. Не получается. Мешать. Так, блин, не могу. Девочки, не получается. Сейчас. Я вообще такую пасту не очень люблю. Она немного надо сливать. Она как типа хорошая, типа кривовая. Продается типа классно. Но на самом деле она такая вонючка, блин. Продолжаем. Чистим зубы быстро за 2 секунды. Почти. Так, все, я почистила зубы. Включаю, потому что мне все пенилось, это некрасиво. Потом вытираю этим диском опять. Растираем лицо. Все положить туда. Да, я буду патчи. Короче, кто понял, тот понял. И потирал еще раз. После всех полотенцев. Это вам губы постоянно вытирать. Они такие, блин, грязные постоянно. Вот это. Закажет. У меня в плотной диске я так постоянно беру так пальчик и там плод здесь идет и оно хорошо себя чищает, как пенит. Идем пока не смысл, сколько времени у меня осталось, 56, 4 минуты осталось. И так вот еще сделаю немножко. Ладно, пока мы все. Такие у меня патчи. Классно, кто-то.
А мне вторые какие-то придут. Нравится мне пачка. Это уже заканчивается, кстати. Почему? Потому что... Что, рима не закончились? Короче, сейчас я сама все сделаю тут. И вернусь к вам чуть позже. Ну, типа, все, я нанесу патчу и все, поднимаю, все. Типа, все. Всем пока. Зачем, я не знаю, с вами обращалась, если я вот сырочку сейчас нанесу. Патча я сделала. Теперь сырочку нанесу. Сырочка. Не знаю, зачем я с вами попрощалась, ну ладно. Это сейчас вот так будет делаю. Смотрите, какая она классная. Она очень хорошо увольняет зубы. Ну, типа, все делает с ним хорошо. Почу я сделала. О-о-о. Так, не массивный. О-о-о. Типа, вот так вот. И все. Так, все, одна минута осталась у меня. Так, короче, еще раз говорю всем пока, всем добрых целую, всем пока-пока-пока. Пока. Девочки, мальчики, всем пока. Я, может быть, завтра приеду. Так, короче, сейчас всем привет еще раз. У нас тот самый день, который я показывала сегодня 2 мая. Показывала уход мы. Смотрите, кожа, ничего с ней не случилось, это у меня так должно быть. Не переживайся, это все так должно быть. У меня это не то у меня от того, что мне надо. Это нет косметики. Короче, это косметика какого. Это тоже надо, мне это так надо. Кто на школу вот поедет? Это надо. Кто на школу поедет? Спасибо личикам. Ухаживать надо. Кто в сети? Никого. Это у меня от аллергии, так сказать. Это у меня аллергия, это у меня с... Из детства, я не помню, короче, должно так быть. Это субботу. Короче, Лена, еще раз посоветовать вам такие наушники. Хоку. Английский я перевел. Эвел 18. Вэл. Английский я перевел. Эвел, я не помню, 18, короче, такие. Раньше. Классно. Романтик. У них ходит зарядка. Романтик. Обязательно вот эти. Видите? 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 Вау, вау. Лавушка, лавушка, лавочка, лавочка. Помните, ты лаваш не нужен. Такие. Лаваш? Какой еще лаваш? Поняли? Лаваш не нужен. Короче. Сидит, я сплю, просто лежу. Короче, кайфучечку поймала, так сказать. Сегодня тот самый день. 2 мая сегодня. До всех пору. Покушаю, все сделаю, все вообще сделаю. Сейчас просто лежу. Мне такие вот красивые, да? Просто надо гинечку пользоваться, но нет, почему-то. Она была у меня. Просто я это сам использовала.